Господом. Рада вас всех видеть. Здоровья, всем удачи, счастья вам, вашим собакам, кошкам. Всем такие вопросы. Обезьянка. Это ваш самый стеснительный поклонник. Он пришел. Может, развернуть? Нет, не надо его разворачивать, пожалуйста. Он Борис Немцов, собственно, по всему не надо. Здравствуйте, Прости даже им, даже этим ошметкам Вселенной, даже телеведущим и пишущим про говно. Оживай, помолясь, оживляй этот гордый и тленный коллективный упадок, случившийся очень давно. Ты способен, ведь ты человек, а не куча навоза. Тебя все еще любит и все еще кормит земля, и тебе, несмотря ни на что, отмеряется воздух. Оживай, помолясь, начинай потихоньку с нуля. Твоим детям здесь жить, понимаешь, ты хочешь им жизни, или предпочитаешь растаявшие ледники при уже запредельном каком-то брутальном фашизме. Ты представь на мгновенье недолгие их деньки. Извини за шантаж, я серьезно, прости, если сможешь. Но ведь все это так, понимаешь, ты видишь, смотри, как прекрасен твой мир, как ты сам его сам уничтожишь. Если будешь и дальше идти сквозь помойки витрин и рекламные ролики через себя, потомков и литейные трубы и героиновый бум, ты ведь был человек. Почему же ты стал заготовкой? Попытайся однажды не действовать наобум. Помолись, подожди, помолись еще раз для порядка. Лишний раз приложись к образку, не ленись, не спеши. Это будет твоя и не только твоя подзарядка.
для твоей, и поверь мне, не только твоей души. Жизнь как песня, и жизнь вместе с песней, с песнями Аллы Пугачёвой. Вот уже больше 3 десятилетия они, веселые и грустные, незатейливые и мудрые, насмешливые и исповедальные пугачевские песни, наши спутники и наши общие. По скелете бросаем в кастрюлю, варим куриный суп. Суп получается из скелета, это совершенно изумительно. То, что мясо у вас есть вместе с кожей, рубите на куски, какие хотите. Берете 2 сухие ложки желательно, то есть так, 2 столовые ложки сухого желательно, сухого, незамоченного. Смешиваете с этой курицей, берете пустой пакет из-под молока или кефира, знаете, тетрапак, да? Набиваете туда. Из-под сока. Нет, из-под сока нельзя брать, не слушайте.